чтобы наши выпускники могли быть конкурентоспособными на местном, региональном и глобальном рынках труда и успешными и активными людьми в гражданской и личной жизни. Тезисно коснусь основных направлений и предпосылок выстраивания нового образования, которые уже сложились в мире и в Кыргызстане. Это наличие четкого концептуального понимания, на каких основаниях выстраивается образование. То есть это то образование, обеспечивающее возможность получения образования на протяжении всей его жизни. Второе – это его содержательное наполнение, это наличие четырех ключевых компетентностей. Это учиться знать, то есть это получение знаний. И учиться делать – это практическое применение полученных знаний. Учиться жить вместе – это умение отказаться от любой дискриминации, когда все имеют равные возможности развивать себя, свою семью, свою сообщество. И учиться быть – это умения, необходимые индивидууму для развития своего потенциала. И последний – это организационный аспект, это наличие разнообразных институтов образования. Эти тренды системы образования определяются теми глобальными процессами, которые идут в мире и обуславливают серьезные изменения в экономике и в обществе в целом. Среди них давление технологических, финансовых и экологических стандартов, ускорение изменений в промышленности, экономике и обществе, обусловленное, так сказать, развитием технологий, особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий, и растущая сложность глобальных рынков и систем управления.